Говорят, что вот с такими этикетками все деревья будут спилены. Можно представить, сколько это вековому дереву лет. Ну ладно, понятно. Может быть, там с корой что-то или что-то с ними не так. Но чем помешали березы в нашем районе, я не понимаю. Все деревья просто сделают голым весь наш лес. Я не знаю, что там в Дулеве. Но лиас просто сделают голым, непонятно. Вот две здоровых вековых. Точно так же березы. Я так понимаю, их пометили под спил. Неужели непонятно нашему городу, что это задержка пыли, что это задержка ветров. Это караул, они все поспиливать хотят. Ничего не сажают в нашем городе. Дулевский парк они изничтожили. Теперь хотят изничтожить весь лес. Такая бирка на каждом третьем дереве.